Почти 2000 квадратных метров и новейшее оборудование. Все это про новую поликлинику в поселке Анахой Заиграевского района. Сегодня состоялось торжественное открытие. По всем современным требованиям она построена. Мы благодарим наших строителей. Это стало возможно благодаря программе модернизации первичного звена. Это такой большой федеральный проект, который инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И мы успешно проект этот прошли. В течение года было завершено строительство. Сейчас поликлиника будет обслуживать все население Анахоя. Это более 15 тысяч человек. Помимо этого, здесь появились кабинеты, которых до этого не было. Большая очередь, то есть с утра и пока до последнего пациента, потому что много лет вообще здесь не было стоматолога. Стоматолог приезжал за Играю. Мы очень рады, что молодые доктора из частной клиники. Ну, отлично. Все необходимое в поликлинике есть, но главное, что есть врачи. Вот, врачи опытные, поэтому здесь вот созданы все условия для того, чтобы людям оказывали быструю и качественную медицинскую помощь. Ну, лучше, чтобы люди были здоровы. Сейчас штат поликлиники заполнен на 90%. Все благодаря приезжим специалистам. У нас здесь в Анахойской больнице трудится порядка 25 врачей. Из них пришло 9 молодых специалистов. Из них 4 врача по земской программе. Земский врач. Практически 93 у нас медсестры. Молодые медсестры у нас приехали работать из Московской области. Стоимость всего объекта вместе с оборудованием составила 146 миллионов рублей. Эдуард Жумсаранов, Николай Дулбаев, программа «Вместе», Мир Байкал.